Посмотрите бустера. Да, хотел про тачку посмотреть. Или... Давай лучше рунтур вводить, потому что тебе про тачку, думаю, неинтересно будет. Не, мне про тачку будет интересно, я румтуру злого ну, видела Экзал на это стриме. включай, потому что у Славы, блядь, лик снимал, у него руки тряслись, все видео они без стабика снимали, это пиздец. У Эксайла? Да. Каравай, математика, видео. Бля, что так много всего вышло. Вот это? Да. Рубай нахуй! Five minutes later. А вы реально на скейтборде взорвали? Я не рассказал на GGT против скейтборда. Дядь, ну, хотя бы даже, еще не хотел крышки сломать. Даже на скейтборд обзор будет более информативный, чем на твою машину. Давай не пизди. По фактам, блять. Можно положить его там? Конечно, дядь. А просто закрывается окна. Всем привет. Сегодня у нас такое интересное видео на канале. Обзор, или же, простыми словами, батл между мной и Славой. В чем состоит... Че, мэн? Извини, реально перебил. В чем состоит суть батл? Мы со Славой организуем... Мы со Славой арендуем две машины, примерно одинаковые по лошадиным силам, по разгону от 1 до сотни, и сравниваем их. Дизайн, как еще, какие пункты? Колес. Я понял. Слава, блядь, уже поплыл. И суть ролика в том, что Слава должен защищать свою машину, я должен ее атаковать, засирать, обсирать. Ну это без проблем. И дефать свою машину, собственно. Сегодня у нас на обзоре Mercedes AMG GT. Да ну... А Слава взял себе какую-то Феррари, блядь. Ёбаный. Посмотрите на это. Она красивая, блядь. Чё ты пиздишь? Извините, пожалуйста, мальчик. Блин. Я понял, я в следующий раз приеду в другой, ладно. А это машина Славы. Чё-то как-то ты недовольный сказал, что говно, что ли? Сейчас мы еще узнаем, блядь, что это. Вон моя малышка стоит там. Вам какая больше нравится? Чат? Балдёжный. Блядь, это вообще мечта. Блядь, посадка пиздец. Она низкая вообще на уровне пояса. Дамы и господа, это просто... Пиздец. Просто послушайте. У Славы Феррари. У меня такое ощущение, что сзади меня едет машина какая-то. Это самая быстрая машина, на которой я когда-либо в своей жизни ездил. Ебать! Пиздец, ты видишь, как ее дергает? А у тебя сколько? У тебя же стейдж первый, да? 300, да. Нормально, дядь, актуальная новинка. Бля, ну на самом деле так, немного смущаюсь. Блядь, ой, блядь, не беси меня нахуй. Сука, блядь, держите меня кто-нибудь. А, наверное, как только вы увидели вот этот кадр, вы задали вопрос, что, как ты, почему ты одет как долбоёб? Был просто в белой майке, подбежали типы и зарисовали граффити. Я только что сказала, что пиздатая футболка, он говорит, что как долбоёб одет. Подготовленная шутка номер один. Хотел сразу сказать то, что идея по поводу битвы машин появилась спонтанно во время съемок. Мы изначально со Славой хотели просто снять две машины и каждый сделать обзор себе на канал. Когда мы начали обозревать машину Славы, пришла идея забатлиться. Ну, в принципе, это будет видно на видео у Славы. Надеюсь, он это ставит, блядь. Из-за того, что идея пришла спонтанно, из-за того, что мы были зажаты в временные рамки, получилась хуйня. Ладно, на самом деле... Бля, ну, я... Все, собственно, видео на этом закончится. Получилось, наверное, не то, что я хотел. Типа, как такового батла не было, мы даже не встали с места. Блядь, да ебаный автобус. Можешь снять автобус. И скажу сразу, следующий, мы прям, не хочется, наверное, так говорить, но следующий реально мы получше подготовимся. Да я даже поговорить не могу, о какой подготовке идет речь. У меня машина, она пробуксовывается, когда я нажимаю педаль газа. У меня крутящий момент, ёбнутый, дядь, посмотри, у меня колеса. Это везде, два долбоёба едут, смотри, полетел. Ебануться, дядь. Она вообще очень...
Ну, визуально. Ну, давай, давай где-нибудь, не знаю, на какой-нибудь парковке остановимся, чтобы это, пообщаться. А где? Давай за тобой просто буду ехать стараться. А там разве можно останавливаться? Ну, на таких машинах, Слава, думаю, нам вообще поебать. Пиздец, Слава, я не могу! Она слишком быстрая, блядь! Пиздец! Слава! Я больше всего боюсь зацепиться об бордюр, короче. Они же низкие, пиздец. Это пиздец. Сейчас бывает, меня сдуло. Реально? Также обязательно переходите на видео Славы по ссылке в описании. Там я буду уже в свою очередь засирать это красное корыто. Ну и увидите обзор на эту машину, если ее так можно назвать, от Славы. Обязательно переходите после просмотра моего видео. Что еще хотел сказать? Это Хашу не его мерсел. Про... Бля, Зепро, ты, я смотрю, просто телестрим, пишешь какую-то хуйню и дезинфу. Ёбаный рот, это не... Ну просто, бля, ну нахуя дезинформировать, если это не его машина? У него другой мэр, все, это понятно. Майкл. Удачно. Также хотел уточнить тот факт, что мы со Славой не автоэксперты, но мы очень любим машины. И, типа, слишком серьезно к нашим автообзорам не стоит, наверное, подходить. Типа, просто, ну, мы высказываем определенное свое мнение по поводу машин. Да ёбаный... Машина 2015 года. Отлично. 510 лошадиных. Машина 2015... Мы высказываем определенное свое мнение по поводу машин. Да ёбаный... Но это тачки разные. Мы про вот эту говорим, ЕКЦ-430, которая. Лошадиных сил. Маловато. У тебя всего, блядь, на сколько? На 80 больше? Не имеет значения. Быстрее в любом случае. Да хуя крутящего момента. Я просто не знаю число, но дядь. Это есть такое число, дохуя называется. Реально? Да. Вот. Цвет. Черные диски, матовый цвет. Разве это не мечта? Мечта, дядь. Марка охуенная машина. Блядь. Вон моя мечта. Вот это пушка, блядь. Давай пройдем. Когда-то у меня будет Мерседес, блядь. Ну, пока что не заработал на Мерседес, но все, не все. Москва тоже не сразу строилась. Поняли? Илюш, ты, блин, постоянно отходишь куда-то в бок. Посмотри, Илюш. Хотя мне вроде засирать надо, но окей. Посмотри, насколько длинный и красивый капот у этой машины. Длинный не значит хороший. Ну тут хорош. Ну вообще. Погоди, стоп, по правилам, по-моему, ты должен засирать. Я не могу, хорош, реально. Что я могу сказать? Я же не могу пиздеть. Или могу. Можешь? Тогда хуй-то полный. Блять, знаешь, почему эта машина называется акулой? Она так называется? Ну, типа, а похоже на дало ей такое специфическое название. Ну я догадываюсь. Спинами не поворачивайтесь. Смотрите, друзья, насколько огромный капот. Дядя, я считаю, что это нерациональное тратопливое пространство, согласись. Что? Ты знаешь, как закрывать? Как он закрывается? Так и поедем. Не закрывается. А как его, блядь, закрыть? Тоже на кнопку надо нажать. Не знаю, блядь, звони полицию, нахуй, это пиздец. Звоните в техподдержку. По сравнению с моим Мерсом, я катался на Ешке заднеприводной, но там было, правда, 211 сил, здесь побольше. Но единственная проблема, которая прям... Это насколько эта машина... низкая. Каждая кочка, каждая яма дает о себе знать. Ты, ну, ощущаешь это прям вот на максимум, наверное. Там настолько низкая посадка, ты как будто жопой едешь прям по асфальту. Далее. С этой машиной 100% на ГТСе очень много ебанины. Но все это компенсируется одним. Когда ты нажимаешь педаль... Я не знаю, вам слышно или нет, чат. Короче, мы просто с Марком обсуждаем, что эта тачка не для наших дорог, не для провинциальных дорог, которые все разъебанные, все в ямах. То есть нам надо тут тачку намного выше. То есть, типа, это вообще, это минус тачка в нашем городе. Альгаза. Я думаю, многие согласятся. В небе. Антухместная? Да. Антухместная тачка. Ты куда-то поехала? Что-то висла сейчас скорость бы вылетела бы просто красиво. Ну нормально, ты знаешь, что мне нравится у Мерседеса? Мне нравится то, что в моей машине, ну как, в моей машине... В моей машине на один день? Не-не-не, да, в моей машине на один день. Такой, у Мерсов
У них такой низкий звук. Ну, у него бас. А у тебя вот, знаешь, как школьник, Николай который... Басков. А у тебя первокласс... меня Витас, блядь. У тебя первоклассник, который рёт такой... И что, зато у нас как голоса стоит, блядь. I don't wanna be rude, but I don't give a damn about you one bit. Наверное, основные причины, по которым я взял эту машину, во-первых, это то, что у меня уже есть Мерседес. Во-вторых, эта машина, наверное, моей мечты. Я... Просто восхищаюсь ей. Она 15-го года. До хренища крутящего момента. И из-за этого даже на сухой дороге у меня пробуксовываются задние колеса. Ну, поскольку это задний привод. В чем проблема? Сегодня обещали грозу. Эта новость, не сказать, что мне нравится. Потому что меня может очень хорошо занести. Просто охуеть. Я очень часто буду здесь ругаться матом. Я заранее извиняюсь. Но это эмоции, чуваки. А эмоциями нет. Надо жить. Поскольку все, как сказал Вели... Поскольку все познается в сравнении, я решил... Смешно нахуй, драк тест. Поскольку все познается в сравнении, я решил сравнить AMG GTS 2015 года и не AMG, E-класс 219 года. Соответственно, это моя машина. Первое отличие — это название. Га-га-га, смешная шутка подготовленная. Второй пункт — это цена. Но на самом деле не так сильно отличается, потому что эта машина 15 года AMG GTS стоит 5,5-6 где-то. Вот это 2015 года. Да, он 219 года, я тоже слышала, что он это сказал. Это 2015-го его тачка, а та 19-го, или наоборот? Его 15-го, а та 19-го. Он сказал 219-го, я такая, что? Свою машину я взял за 3750. Комфорт у этой машины... Наоборот, у Exile 19-го года, а вот это 15-го низкая, да? У Exile 19-го? Нихуя себе. Я говорю про GTS. Стоит... Ну эта тачка, я не знаю, но эта тачка, думаю, блядь, двухместная, низкая, но это чисто вот просто выехать, что ты на этой тачке. Вот у Иксала... А кого тебе еще надо возить сзади, Аня? Мало ли, что ты родитель. А в дети в будущем, ты же ты не на год тачку берешь. Ну, типа, я не знаю, мне кажется, у Иксала намного практичнее, она и повыше, и она новее. Не на высоком приоритете. Вот если сравнивать опять же с моей машиной, моя машина — это прежде всего комфорт. Могу в ней находиться сколько угодно времени. Самая, наверное, такая отличительная черта моего класса машин и у GTS, так это то, что на своей машине я плаваю, а на GTS я еду. Отстрельщики хорошие, отстрельщики присутствуют. Мне нравится вот это. Ебать жирный, бля, вопросов нет, слышишь? Блять, ну как я пошел ты нахуй? Блять, жирнейшая мразь. Я говорю, эта машина по праздникам, как и, скорее всего, Феррари. Место в багажнике. У тебя больше, чем у меня. Там хотя бы... Хотя стоп, нет, я должен за себя... Полная хуйня. Место хватило на один чемодан, второй маленький, типа там можно положить сверху, здесь такая карбоновая, похоже... У вас даже получается два чемодана возить в такой-то хуйте. Да, согласен. Хуйте. Что за французский, блядь? Хуйте! Ты знаешь, спорт автомобиль, блядь, прям жеребец. А у тебя, блядь, хуйта. Ты чё? Лягушка, блин. Какая лягушка? Ну посмотри сзади. Это акула, дядь. Какая нахуй акула? Это акула. Посмотри, вот это акула. Лягушка, блядь. Это, блядь, лягушка. Ты чё, блядь? Ну у тебя резвее машина? Да. Резвее? Да. Сейчас бачком ём, блядь. Каким нахуй бачком, блядь? Бля, у меня аж камера улетит. Я думал, сейчас камера в окно вылетит, дядь, это страшно было. Что я могу сказать, смотри. Прикольно, что в занос, знаешь, это пиздец азарта добавляет. Ну это пиздец опасно, знаешь? Да. Я не из тех людей, кто будет рисковать жизнью, блядь. У меня столько планов, блядь. А тут такой, ну, да, ты приколи, как мне в дождь. Точно нет. Приколи, как мне в дождь было прикольно. Но я ехал. Ну, ты не нажимал газ. Потому что я нажимаю газ, и ее на месте, да, она даже шлифует. Да, очень сильно. Это если ты прям прижимаешь, типа, она прокручивает. Это опасная машина, но она не такая быстрая, как Феррари, ребят. Сейчас мы это проверим. А как я катался на Феррари, вы увидите у Славы на канале. Нахуй ты это снимаешь? Что ты хочешь, блядь? Да, машина чуть зависла. Блядь, что за... Слава, что не так? Что, блядь, сломался там хуета, блядь. Ай. Решил, блядь, повыебываться, открыть крышу, нахуй. Да ты, блядь! Она еще и как... Слава, вот какие-то технические неполадки? Какой может, вам с чем-то помочь? Ой, как называется тачка без верха? Как Кадиллак? Не Кадиллак, ну скажи. Как Кадиллак? Да кабриолет. Я... Кабриолет. Ну, блин, ошиблась. Я, блядь, вообще получше тебя разбираюсь в тачках. Она не закрыта, блядь. Алло, долбоящик. Ёбаный, блядь.
Ой, все, идите нахуй. Въебите пермач чуваку, блядь. Как дела? Как дела? Это новый Кадиллак. Делать день, делать день. Завершить цикл капота. Но когда ты газуешь, на тебя все смотрят. Просто все внимание скапливается на тебе. Ты чувствуешь себя королем этой дороги. Ты просто проезжаешь мимо какой-то остановки, газуешь, и просто вот все люди, которые стояли, 80% телефонов, все просто поднимают голову и смотрят на тебя. Поэтому если вы любите, когда на вас скапливается внимание всех людей в этом городе, то эта машина 100% для вас. С уверенностью могу сказать, я бы взялся GTS и даже не ездил бы по праздникам только, потому что у меня каждый день праздник. Ну чё, как вам чат? Как вам? Охуенная точила, Илюхе, мне понравилось. Реально пиздатая Мерседес, мне понравилось.